обратить внимание, потому что значит незнание города, да? Это, я думал, Подгорица, это Коссор или что это. Это супермаркет, а в воскресенье не работает, представьте. Это считается, мол, Подгорица. Здесь мужик остановил машину, на машине. Меня спрашивают, как Подгорицу, в какую сторону. Он на той стороне был. А вот эти горы, эти пейзажи, мне немножко вот с той стороны было более, как сказать, как вот я забываю. И то ж не родные, нет. Ну, напоминают эти акварианские пейзажи с той стороны. Это идет продажа в Чернигове области. Сейчас подойду, покажу, что я взял в гостинице. Сейчас, секунду, на секунду остановлю. Ваше время не тратить. Хорошо, что без заколонки есть, сам тоже что-то иду. Кофе, автомат, продажи. Я посмотрю. А, вот, и, вот эту виллу, 18 евро. В сутки. Я побрезговал оставаться. Ну ладно, одни сутки. Сейчас смотрите, как можно доехать. Пойду на беззаколонку до 12 часов. Смотрите, вот это вилла Патрия.